Кто-то здесь живет еще, малой там ходит. Улица Карла Либкнехта, 12, вот этот дом. Улица Карла Либкнехта, 10. Что здесь находится? Здесь, так, Светланская, 163. Здесь был когда-то детский сад. Не знаю, сейчас он сохранился или нет, этот детский сад. Но вот площадка осталась. Конечно, уже запущена. Небольшая детская площадка. И детский сад здесь был. Здесь что-то все поперекрыто. Какие-то магазины непонятные. Так, здесь я перейду. Нет, там тупик. Есть лестница. Здесь когда-то, кажется, была детская поликлиника или что-то вроде этого, вот в этом доме. Что здесь сейчас? Владивостокская поликлиника номер 3. Светланская, 165А. Вот этот вот жилой дом. Что здесь интересного есть? Старые дома. Что, сараи сохранились, что ли? Вон там, в подвале этого дома, в 90-е годы был компьютерный клуб. Пацаны ходили играть сюда в игрушки. Вот. Что вот в этом кирпичном строении, я не знаю. Возможно, что-то, какая-то водонапорная башня может быть. Или что здесь было и есть. Сейчас я не знаю, туда зайти посмотреть, что там.
тут-то стертая табличка. Тунгусская 8. Вот этот кирпичный дом. Тунгусская 8. Дворики такие во Владивостоке. И опять же много-много машин припарковано. Ну, вот такая вот нелицевая часть Владивостока. Но иногда интересно побродить по улочкам, по дворикам. Тут такой вот большой сквер на Гайдамаке. Владивосток зимой такой бывает серый, грязный, но в солнечную погоду все равно как-то веселее. Там через дорогу памятник пограничникам. А здесь в сквере установлена стела героям, морякам, тихоокеанцам, погибшим. По углам этой стелы лежат якоря, цепи. Скверик. Местные жители гуляют здесь с собаками. Такая вот композиция установлена на этом месте. А там есть впереди подпорная стенка, на которой изображены какие-то военные. Надо подойти поближе. Thank you.
Здесь просто пустая площадка. Ничего здесь нет. Нарисовали это Юра и Витя в 2021 году.